Голгофа. Здравствуйте, мои дорогие. Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что означает слово «Голгофа»? Голгофа – это холм, на котором был распят Иисус Христос. По преданию, на Голгофе был погребен Адам. Во времена Иисуса Христа Голгофа находилась за пределами Иерусалима, на северо-западе от города. В настоящее время она является частью храма Гроба Господня в христианском квартале старого города Иерусалима. Неподалеку от Голгофы находится гроб Господень, высеченный в скале. О Голгофе сообщается во всех четырех Евангелиях. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!